Маша Хорошаева третий год стоит в очереди в детский сад. Ее мама подала заявление сразу же после рождения дочери. Теперь они надеются, что скоро девочка отправится в детсад номер 84. Мы ждали именно этого детского сада. Мы тоже вот с дочкой хотим попасть в этот садик. Уж очень он нам понравился. Да, дочь? Да. Маша сможет ходить именно в этот детский сад благодаря пристройке. Здание возвели рядом с основным корпусом. Планируется строительство пристройки такой к 76-му детскому саду в поселке Дагомыс. Также идет сейчас завершение капитального ремонта детского сада номер 87 в поселке Чимитаквадже. В перспективе до 2018 года планируется строительство пристроек детских садов в поселке Макапсы на территории 79-й школы, в поселке Дитляшка, в поселке Горная Лао к 72-му детскому саду планируется пристройка на 4 группы. В поселке Якорная щель. По данным агентства «Итартас», на 100 мест в детских садах Краснодарского края приходится в среднем 123 ребенка. В том числе в Краснодаре 169 детей, в Армавире 136, Сочи 132, Анапе 128, Новороссийске 109 детей. Сочи решает эту проблему с помощью пристроек и новых детских садов. Таким образом, сегодня на курорте уже появились 2000 дополнительных мест. Еще около сотни мест вот-вот появится в детском саду номер 136. Пристройка будет готова в октябре. Строители пообещали привести в порядок и фасад основного корпуса, сооруженного более 20 лет назад. Сочистить и покрасить. Это недорого, с учетом того, что у вас леса есть. Сделайте это. 64 миллиона рублей из бюджета Сочи потрачено на эту пристройку, но деньги выделяются не только из городской казны. Этот объект строится чисто только на муниципальные деньги, а то, что касается последующих 6 и потом на следующий год, 14-й, 25-й, о которых мы говорим, это уже на софинансирование с краем. Край нам дает львиную долю для того, чтобы решить проблемы с местами в детских садах Сочи. Пристройки к детским садам продолжат появляться по всему большому Сочи, во всех районах города. Кроме того, после ремонта некоторые дошкольные учреждения смогут принимать большее количество детей. На следующий год более 3000 мест, более даже 3500 мест. Город в этом плане работает вместе со всей страной и с краем. До 2015 года на курорте планируется создать такое количество мест в дошкольных учреждениях, чтобы их дефицит навсегда остался в прошлом. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.